да, я в роли эпизодической в картине «Композитор Глинка». Это Лист, это я. Там все напичкано было, все, что можно было выдумать только о времени Глинки. Там и Пушкин был, и Толстой, и все. Но фильм имел успех. Месье Эдам, месье Лист сейчас будет импровизировать на музыкальные темы, которые вы изволили предложить. Вот прекрасная тема. Совершенно новая и оригинальная. Голубчик, возьмите любую тройку и быстро привезите сюда Михаила Ивановича Глинку. И это «Марш Черномора» из Руслана Людмила. И вот он импровизирует на эту тему. Потом Глинка приезжает, когда Лист закончил, и тот ему говорит: Франц Лист, Глинка. Красиво было. Это действительно удачно получилось. Эффектная такая интермеццо. Чуть-чуть не поехал, потому что я ошибся вокзалами. И я не хотел ехать. Если бы я не поехал, опоздал, это было бы замечательно. Тогда бы Америки не было бы. А мне Америка это... В Америку он совсем не стремился. Он не хотел. Юрок вот этот крупный импресарио американский приезжал каждый год и все время спрашивал: дайте мне Рихтера. Ему все время говорили, что он болен. Рихтер, он болен, он не может. И когда как-то мы встретились с ним в большом зале, Юра говорит: так вот он же не больной, он очень здоровый. Ойстрах Кондрашин, ходили в ЦК и говорили: нельзя больше держать Рихтера, это неприлично. Когда мы приезжаем в страны, нас первым долгом начинают спрашивать: а когда Рихтер приедет? Нам это неловко. Thank you.
общем, это разрешение выехать вот в Америку, в западную страну, это решил окончательно Хрущев по просьбе Фурцевой. Когда я первый раз в Америке, еще был совершенно официальный молодой человек, прямо из НКВД, ну, как телохранитель. И он, в общем, был очень приличный. А еще был другой, из Ленинграда, директор. И, значит, его говорит, иди за ним, смотри, смотри, вот это так вот. И вот я помню, один раз я пошел в Чикаго, в музей, и вдруг за дверью этот Анатолий. Притом он испугался. Он меня послал. Он только говорил одно. Ваше дело играть. Я волновался ужасно. И, в общем, состояние какой-то паники. Успех был феноменальный. Да, может быть, но плохо было все. Очень плохо. Половина нот фальшивых и вообще. На концерте, после громадного успеха совершенно, который имел Рихтер, к нему массы поднимались в артистическую. Незаслуженно. Quelques fois, il a un très grand succès, et il n'est pas content de lui-même. Alors il dit, vous voyez, voilà le succès. Et moi, je ne suis pas content. Alors il ne comprend pas, alors ça n'a pas de valeur. Так уж ценю эти встречи. Да нет, были, конечно. La rencontre avec Münch était tout à fait. Il était très ému. Quand ils ont terminé la répétition, tout d'un coup, Slava se penche et il baisse la main de Münch. Je pense que Münch n'était pas très étonné, vous savez. Il a pris ça facilement et gentiment, comme ça, il n'était pas, voilà. Encore Ormandy, voilà. C'était aussi beaucoup de rencontres avec lui, il a joué avec lui. Alors lui, il disait, Slava, vous devez rester ici, pourquoi vous allez de nouveau là-bas? Mais restez ici. Il m'a dit, pourquoi ils me disent tout ça? Je suis très bien à la maison. Америка – это стандарт. Ну, все то же самое. Мне не нравится. Puis, il était invité par Horowitz. Il a passé, il a dit, très agréable, quelques heures chez lui. Puis, Артур Рубинштейн. Нет, я неудачно там. Но это было гениально. Я приехал в Америку из Европы, он уже дал 3 концерта тогда, первые свои, Рихтер. Я был страшно любопытен, ну вот большой Рихтер. Пошел на его концерт, но вдруг 3 маленькие композиции Равеля, это что-то было невероятно, знаете, звук такой прекрасный. Прямо невероятно, знаете, я никогда рояля не слышал так звучащего. Это был что-то другое, совсем другой инструмент. Вот. И тоже его чувство про это, я имел слезы в глазах. Рихтер – это колоссальный музыкант, это человек интеллигентный, который играет на рояле, понимаете? А рояль у него, ему отвечает. Он поет на рояле.
То, что легко, то быстро выучиваешь, то, что трудно, долго. Очень просто. Я учу страницу одну. Пока я ее не выучу, вторую не беру. Вот так, потом третью. Он всем пианистам говорит, 3 часа играйте, не больше. Они ему часто говорят, а вы, Святослав Тафилович, я тоже 3 часа, но це павре. Ну, я и намечаю себе, ну, 3 часа я играю. Когда он был молодой, он играл действительно 10 и 12 часов в день. Что за глупость? Никогда 12 не было. Но иногда было. Когда мне надо было выучить очень быстро что-то, например, 7-ю сонату Прокофьева, что, тогда в последний день было так, что я вот очень много занимался, а вообще нет. Какие 12 часов? Никогда этого вообще не было. И он занимается по минутам, вы знаете, страшная педантичность. Ну, вообще, метод не такой плохой. Ну, это так. Такая педантичность. I've always believed that it's possible to divide musical performers into 2 categories. Those who seek to exploit the instrument they use, and those who do not. In the first category, if we believe the history books, one can find a place for such legendary characters as Liszt and Paganini, as well as any number of allegedly demonic virtuosi of more recent vintage. That category belongs essentially to musicians who are determined to make us aware of their relationship with their instrument, whatever it happens to be. They allow that relationship to become the focus of attention. The second category, on the other hand, includes musicians who try to bypass the whole question of performing mechanism. To create the illusion, at any rate, of a direct link between themselves and a particular musical score, and therefore help the listener to achieve a sense of involvement, not with the performance per se, but rather with the music itself. And I think that in our time, there is no better example of that second kind of musician than Svetoslav Richter. Svetoslav Richter does, in fact, is insert between the listener and the composer his own enormously powerful personality as a kind of conduit, and
As he does this, we gain the impression that we're discovering the work anew, and very often from a quite different perspective than that to which we're accustomed. Соната Ге-дур, запись «Болонья». Это моя любимая шубертовская соната. А в моей этой записи не произвела на меня никакого впечатления. Все. Я играл Шуберта, все начал играть. Я же первый начал играть. Да, никто не играл до этого. Старое поколение профессоров говорит, ну почему вы играете Шуберта? Так скучно. Шумана надо играть. Что многие говорят, что он с ума сошел. Я не играю для публики. Я для себя играю. И если я получаю удовольствие, и мне нравится, как играть, тогда и публика довольна. Я хотел играть хорошую музыку, и все. Шуберт все-таки. Есть Шуберт, а не то, что пишет Гульд. The first time I heard him play was at the Moscow Conservatory in May 1957. And he opened his program with the last of Schubert's sonatas, sonata in B-flat major. It's a very long sonata, one of the longest ever written, in fact. And Richter played it at what I believe to be the slowest tempo I've ever heard, thereby making it a good deal longer, needless to say. I think at this point it's appropriate to confess two things. The first is that, heretical though it may be, I'm not really addicted to most of Schubert's music. I find myself usually unable to come to terms with the repetitive structures involved, and I find that I get very restless and squirm a great deal when I have to sit through one of the longer Schubert essays. Well, what happened, in fact, was that for the next hour, I was in a state that I can only compare to a hypnotic trance. Только в моем исполнении ему что-то там понравилось. Так это он про меня пишет, а про Шуберта, я не знаю, изменил ли он мнение или нет. All of my prejudices about Schubert's repetitive structures were forgotten. Musical details, which I had previously considered to be ornamental, were given the appearance of organic elements. In fact, I can remember many of those details to this day. And it seemed to me that I was witnessing a union of two supposedly irreconcilable qualities, intense analytical calculation revealed through a spontaneity equivalent to improvisation. And I realized at that moment, as I have on many subsequent occasions while listening to Richter's recordings, that I was in the presence of one of the most powerful communicators the world of music has produced in our time.
Вы играете в темноте? А, ну да, ну это просто для концентрации, чтобы лучше слушали публика. Вы считаете, что не надо смотреть вообще? Куда? Когда исполнитель играет. Смотреть на его руки? Нет. На выражение лица, может быть? Зачем? Оно выражает работу над сочинением всего лишь. А это никому не нужно. On dit que vous aimez jouer ce qu'il vous plaît et non pas en fonction de choses déterminées à l'avance. Oh. Et pourquoi? Et quand nous lui avons demandé s'il acceptait de se mettre au piano, il nous a répondu à sa manière. Кто-то написал, что я более знаменит своими отменами, чем концертами. Ну, это уже критики, опять журналисты. Ну, бывало, что я заболевал и что-то снималось. И, да, это было. Но репутация такая была. Что это капризы. Нет, совсем нет. Вот именно что нет. Если я не играл, так я потом обязательно этот концерт давал. Нет, ну, у меня было и так. Например, в Париже. Посольстве советском. Там какой-то рояль, я не знаю, наверное, Стенвей, да. Настройщик Хельмут Клем, да. Он пошел и посмотрел, сказал, на нем играть невозможно. Ну, не буду играть, отказался. Ну, а посол, конечно, как всегда, не принял это к вниманию. Так, в 5:00 вечера, который должен быть концерт, звонит. Ну что же, публика уже приходит. Что же мне делать? Застрелиться или что? Ну вот такая фраза «застрелиться» меня как-то даже тронула. Ну, ладно, я пойду. Ну что делать? Будет ужасно. Вышел, начался второй фисмольный сонаты Брамса. И вы знаете, это был совсем не такой плохой концерт. Действительно, лучший концерт того года, может быть. Было так плохо, что они мне дали сразу выбирать из 12 или 10 роялей, и потом я плохо играл из-за этого, что я все время думал, я не тот выбрал. Я никогда не выбираю рояли, никогда. Надо играть, какой есть, как судьба. Психологически тогда все это гораздо легче. Выбирать рояль, на котором буду играть. Это самое вредное для артиста вещь. Это все только психологию портит. Я доверяю тем, кто настраивает и кто дает. Конечно, не нужны эти пробы. Эти пробы – это ужас. Это дело настройщика. Надо верить, как этот святой Петр. Ходить по воде. Если не веришь, так сразу тонешь. Вот Игумнов говорил, вы не любите рояль. Ну, я ему тогда, помню, ответил, ну да, может быть, ну, я музыку больше люблю.
Да не буду я вообще никогда выбирать. И все, и играл на ужасных роялях удачно. Ну что, что вы вообще требуете от, от рояля? Я больше от себя требую. Ну, конечно, самое главное на рояле что? В смысле звука и все. И как раз это и есть Вемах. Пианиссимо. Крайнее пианиссимо. Но пианиссимо, по-моему, это самое сильное воздействие на публику имеет. Не фортиссимо, а пианиссимо. Я, у меня антипатия к слишком много играемым сочинениям. Я просто не могу слышать уже название бемольной сонаты Шопена. Только уже когда скажут, мне сразу становится то. Ну, это уже невозможно. А соната ж гениальна. А у меня есть много того, чего я хочу играть. Поэтому лучше я буду это играть, чем то, что все играют. Репертуар у меня, не включая камерную музыку, можно сказать, 80 вечеров. Я же все играл тогда наизусть. Это в последнее время я перестал. Во-первых, это честнее. Ты видишь все. Значит, играешь действительно так, как написано. А даже возможно запомнить каждые стрелочки. Даже начинается интерпретация своя. А я против. А вы не думаете, что была эволюция в вашей интерпретации? Знаете, может быть и была, но я ее не заметил. В общем, с самого начала у меня не было никаких сомнений, что только вот так надо. Ну а почему? Очень просто. Потому что я внимательно смотрел в ноты. Все. Больше ничего не надо. Когда-то Курт Зандерлинг, он сказал, «Er kann nicht nur gut spielen, er kann auch Noten lesen». Тогда я с ним часто довольно играл. А почему вы мало сейчас играете с оркестром? Разве это возможно? Они же всегда заняты, когда я могу. Или они говорят, через 5 лет планы какие-то, что-то. Swjatoslaw Richter, der in den Konzertsälen der Welt enthusiastisch gefeiert wird, gastiert zum ersten Mal in West-Berlin. Morgen und übermorgen Abend musiziert er mit dem Radiosymphonieorchester das Klavierkonzert B-Dur von Johannes Brahms.
России, да, ну там немножко, может быть, это тоже не совсем хорошо, но там, если они очень заинтересованы, они снимали тот концерт, а меня оставили. А тут это не годится. Я ненавижу эту планировку. Да. Но я иногда, что-то у меня готово, я готов сыграть это где-то в школе, и все, и просто так, без гонорара. С удовольствием. Для меня это совершенно то же самое. Мне не важно. Большой зал. Все говорят, я люблю маленькие залы. Да не потому, что я их люблю, а потому, что большие залы заняты. Я готов и там играть. Ну да, но у них там, не знаю, Филипп Антремон. И потом я знаю уже теперь, по опыту и все, что когда планируешь вперед, обязательно все сорвется. А когда так, да, послезавтра, пожалуйста, или через неделю, да, это все хорошо. Тогда да. Потому что сейчас я в форме, это правда. А там, кто его знает. Брамса уже играл и с Мравинским, и все. Но он всегда хотел в Чайковского. Мравинский, вот. Это был дирижер. Записи вы знаете? С ним и с Караяном. Но с Караяном скандальная вообще ошибка во второй части. Ну, там каденция такая, и возвращается опять. А получилось. Он держал руку. Я говорю, бейте. Гемезимир Ауфтаг не хотел делать то, что я попросил. Просто упрямство. Вообще, Караян бывает иногда изумительный. Песня «Земле Малера» я слышал прекрасно. Ну, например, когда мы записывали трипль-концерт, я ему не прощу каких-то вещей. In den vergangenen Tagen wurde im Auftrag der größten Schallplattenfirma der Welt aus London Ludwig van Beethovens Trippelkonzert in spektakulärer Besetzung aufgenommen. Der Geiger David Oistrakh, der Cellist Mstislav Rostropowitsch und der Pianist Sjatoslav Richter feierten mit den Philharmonikern unter Herbert von Karajan großartige Premiere. Это была война между Караяном с Ростроповичем против Ойстраха и меня. Еще Караян все время думал, почему я недоволен? Он видел по лицу, что я... Потому что все как-то было внешне, я не знаю. А Давид Федорович, прямо скажем, скис на этой записи. А Ростропович пытался всем вылезти на первый план. Караян, по-моему, был очень неправ. Ну, мне не понравилось, и Ойстраху тоже не понравились. Темп второй части слишком медленно. Ростропович сразу же переметнулся. Да-да-да, он тут же, сразу. А вообще поведение Караяна, знаете. Ну да, надо кончать. Я говорю, а мы еще записываем? Нет, нет, уже все, сейчас самое главное. А что? Фотографировать. И какая мерзкая фотография, где он так вот смотрит, а мы как дураки улыбаемся. Ужасная фотография. Да. Отвратительно. А потом, знаете, что еще он мне сказал? Ну, когда что-то такое говорю, я скажу, я «Ich bin ein Deutscher». Also, ich bin ein Chinese. Как вам нравится такое? Thank you.
знаете ли вы о таком художнике? У нас он был очень известен, и я его очень люблю. Роберт Фальк. Он сказал одну вещь. Знаете, что самое трудное в живописи? Ну, я сразу применил это и к краям. Сделать круг настоящий. Я с ними, ну, два раза занимался живописью. Вот он круг. Сказал, что круг – это очень трудно. А оказывается, не так трудно, когда двумя руками. Два круга. А на рояле разве не то же самое? Все должно быть симметрично. А потом он сказал так, что вот когда много работаешь, так вот придет момент, когда начинает вода закипать. Вот это тот момент, который важнее всего. Вещи, которые не играл, и мне бы хотелось их играть. В принципе, уже сил нету. Шенберг, Карлатти. Нет, ну почему вы не играете испанскую музыку? Ничего не нашел такого, что захотелось. Мне достаточно Альварадо дель Грациозо Равеля. Бриттен – это тоже судьба, но мне понравился очень Бриттен. Я услышал его одно из самых лучших сочинений – это «Curlew River». Uh-huh. Альберт Херинг, конечно. Uh-huh. Я же потом ее поставил. И «Turn of the Screw» я тоже поставил. Вот Бриттеном, да. Потому что я с ним играл «Четыре руки». Uh-huh. Сонат в «Четыре руки» с Бриттеном, записанным с концерта Одбора. Думаю, что было не больше трех репетиций. Да, мало репетировал. Thank you.
около оперного театра Одесского, что ли. Еще лампы не зажглись в городе. Вот встретился с человеком, который был, посмотрел на меня так. Глаза были белые, но у него правда такие, без зрачков. И тогда я понял, что это что-то такое. И мне очень неприятно стало. А я знал уже про оперу. И она еще была издана, еще раз издание было какое-то, что клеем пахло как-то неприятно. Я очень трудно воспринимал его присутствие. Мне начинали дрожать ноги. Он ведь очень был такой человек. Нервный и в то же время сверхвоспитанный. И вот такой гений, но в то же время совершенно ненормальный. Страшный неврастенник. Тоже сумасшедший совершенно. То есть не тоже, я не говорю, что я сумасшедший. Я совсем нормальный, между прочим. Ну, хотелось бы быть сумасшедшим, это всегда так. Когда Шостакович первый раз пришел к нам на Арбат, Слава мне сказал: «Ниночка, ну вы представляете, ну если бы к нам пришел Чайковский». Ну так вот сегодня было такое. Знакомство, да, такое было настоящее. Но дружбы не было. Потом уже по-настоящему это было, когда с Ойстрахом мы играли его сонату впервые. This is the introduction to the recent violin sonata dedicated to the late David Oistrakh and accompanied by the outstanding Soviet pianist Sviatoslav Richter. Мне кажется, что это самый лучший скрипач вообще. Папа меня познакомил, когда я был совсем мальчик, ну, наверное, лет 12, а ему, наверное, было 17. Такой прелестный был молодой человек совершенно. Во-первых, был очень красивый мальчик и очень симпатичный. А потом, конечно, я его слышал в концертах уже. Такой звук и все. Такой силы и в то же время совершенно без нажима, но не двигается с места. И я когда играл с Олегом, я все время ему напоминал, что самое главное – живот и ноги. Живот и ноги, тогда звучит хорошо. Это да. Ойстрах. Все-таки я с ним играл 3 или 4 программы. Брамс, Франк. А тут что-то у нас не совсем ладилось. Почему-то он считал, что это почти салонная музыка. А я считаю, что это чудо сочинения. Но это же Вентель, Прустов, ну, конечно. Ну, во всяком случае, запись Брамса и Прокофьева, по-моему, удачная. Thank you.
продюсером диска было не так просто. Я знаю, что Славе было иногда трудно, потому что, ну, не Фишер Диско необычайно яркая личность, и Слава яркая личность. Не всегда они совпадали. Dieser große Mann hat einen Film geleistet. Это, конечно, совершенно феноменально и почти неправоподобно. Und fragt sie, wer euch brachte, dann Blumen tut ihr kund. Ein Stimmchen und er lachte, dein Ritterlieben und ein Stimmchen und er lachte, dein Ritterlieben, liebe, liebe Mond. Помню, как мы работали с Фишером Диско. Было не очень легко. Дело в том, что его отношение к слову так требовательно, что он всегда хочет, если у него согласные, чтобы пианист немножко позже играл. Всегда помню его, конечно, изумительной дикции. С Вольфом ситуация была гораздо лучше. Мы нашли хороший человеческий контакт. И, по-моему, оба музицировали с удовольствием. Но это были необыкновенные концерты. Это была такая красота, что один, что другой. Ой! Heiligen Kreuzes Stahl, friedlich die Gruppe sprachen, die Blitz und Wachgestühle, dort der Feind im Höllenstein, da begann der Seelenein. Hinterberg, Hinterberg, rasen in der Mühle! Eine Stunde hielt es schon, bis die Mühle warst in Trümmer. Doch ich denke, der Reiters war zahmann von der Stunde nimmer. Halb und Tag in dem Gemühle kehren heim nach all dem Gruß. Auch das Glöcklein klingt. Потом были молодые, с которыми Слава с необычайным интересом и удовольствием играл. Наталья Гутман, Олег Каган. Олег Каган был неровный, он иногда играл, и тем более, когда были всякие там перепитки, но это не важно. А потом, к концу, ну, очень хорошо играл. Все лучше и лучше, и сейчас бы, наверное... Вообще не могу понять, как можно играть на этом инструменте. Но если подумать, сколько у Олега еще забот, не касающихся музыки, и сколько на это уходит время, то можно только удивляться выносливости этого прекрасного музыканта и человека. Большой пиетет в
присутствует у слушателей, когда играет такая артистка, как Наталья Гудман. Она воплощение честности в искусстве. Сегодня у нас царствует Андрей Гаврилов. Какой он счастливый, что почти всегда доволен собой. Думаю, это также признак хорошего здоровья, но если бы был скромнее, был бы еще счастливее. Тут отдельно мы свиты Генделя. Гаврилов и я. Интересно также, что слушающие со мной друзья, которым я не объявлял, какую сюиту и кто играет, принимали очень часто Гаврилова за меня. Ага. И наоборот. Да и я, если бы не знал, кто играет, может быть, тоже спутал двух пианистов. Уже начало моего прослушивания мне гораздо интереснее показался Гаврилов, несмотря на некоторую безупречность рихтеровского исполнения. Мне кажется, он как-то даже высказал, что его самый композитор, кого он так особенно, Гайден. Ну, впрочем, я тоже. Я ужасно для Гайдена какой-то свежий. Передача. Лучше закрыть глаза. Красивый белый зал. Ага, это из музея. Не, это Гайдена. Я только один раз играл. Thank you.
Честно говоря, я Гайдна больше люблю. Чем? Моцарт. Она почему-то, дефект мозга, что ли, не задерживается у меня в голове, памяти. Беда. Ничего в голове не остается. Что это с Моцартом? У кого же он действительно получается? В чем же секрет Моцарта? Да. Никакого ответа. Wissen Sie, man, bei Mozart ist es so, man spielt eine ganz einfache Sache. Und bei Haydn dasselbe und bei Beethoven so ungefähr dasselbe. Aber bei Mozart ist es schrecklich schwer. Sehr schwer, wirklich sehr schwer. Ich habe den Schlüssel im Ganzen doch noch nicht gefunden zu Mozart. Милый Гайден, я его очень люблю, а другие пианисты сравнительно равнодушны. Как досадно. Первый его концерт, я помню, был довольно резкий звук. У него был очень горячий темперамент, и он давал много форте. А потом он стал очень обращать внимание на звук. И
Сейчас у него звук идеальный совершенно. Свободнее стало играть. Но это не сразу было. Такое бальканто у него, знаете. Сен-Санс, концерт номер 2, гемоль. Это было первое исполнение этого концерта, думаю, весьма трудного и опасного в виртуозном плане, очаровательного по музыке. Я его боялся, но, прослушав запись, решил, что для первого раза совсем неплохо для старого человека. Цитата, высказанная Владимиром Горовицем после того, как сыграл плохо первое скерцо Шопена. Несмотря на темперамент и все, я человек весьма холодный. Я соображаю что-то объективно. Я вообще путаю тональности, ничего. Все уже давно стало на тон, уже почти на 2 тона выше. От утомления мозгового, слухового. Имеющий раньше всегда абсолютный слух, я сразу мог... Сейчас ничего не могу подобрать по слуху. Полная метаморфоза всего этюда. Но это не я выдумываю, это оно само звучит. Не темперированный строй, как они фальшиво как-то идут в ушах. Это просто несчастье сейчас этим. Я сейчас боюсь просто, как я буду играть. Жестян ретрет.
Мне казалось, что удачный концерт, а когда услышал, в общем, вещи мешают. Не в музыке, а ну, вообще в жизни. Ну, что развлекает, а не нужны. Я себе не нравлюсь.